В жилом комплексе «Люберцы парк» завершили строительство поликлиники. Кабинеты оснащены современным оборудованием, штат укомплектован. Когда медучреждение примет первых пациентов, узнали мои коллеги. Сегодня в 2 часа приезжает санэпидстанция наша. Они, значит, будут смотреть эту поликлинику, измерять освещение, все, влажность тут и так далее. Они нам на той неделе сделают акт о том, что они все дают добро СЭС. Документы у нас все готовы, мы подаем на лицензирование. Открытие поликлиники в микрорайоне ждали более 5 лет. Кроме основных врачей, прием будут вести узкие специалисты. Кабинеты офтальмолога, кардиолога, отоларинголога и стоматолога оснащены медицинским оборудованием, которое позволит вести диспансерное наблюдение и оказывать помощь на всех этапах лечения. Мы открываем здесь 5 участков. У нас уже готово штатное расписание. Мы набрали сотрудников. У нас набрали уже участковых педиатров и медицинских сестер и узких специалистов. Мы с вами стоим в одном из прекрасных залов, залов ЛФК. Здесь есть массажные залы, здесь есть кабинеты физиотерапии, кабинеты светолечения. То есть все для того, чтобы проводить реабилитацию наших деток. Также оборудованы кабинеты для лучевой и функциональной диагностики. По направлению лечащего врача пациентам сделают комплексное ультразвуковое исследование, ЭКГ и рентгенографию. Мы, конечно же, переживали больше всего за то оборудование, которое будет закуплено и здесь установлено. Но когда при приемке проверили каждый кабинет, каждый прибор, конечно, мы благодарны и приятно удивлены тому, что успели закупить в первую очередь и закупили самое лучшее оборудование, не экономили. Поликлиника рассчитана на 155 посещений в смену. После регистрации лицензии учреждение примет первых пациентов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.